суда дело священника, о котором местные газеты с осторожностью писали еще полгода назад. Отец Геннадий Авнеру, хозяин Лексуса новейшей модели, сбил человека насмерть, а потом попытался переложить всю вину на своего знакомого. Священник повел себя не по-христиански. Он не остановился, а вдавил педаль газа. Позже на допросе он скажет, цитата, «Видимо, его бес попутал». И путал бес священника еще 3 месяца. Соминов всеми возможными способами заметал следы. Как выяснили следователи, бывший священник убедил свидетелей дать ложные показания, а после уговорил знакомого взять всю вину на себя. В милиции заявление о явке с повинной приняли, но расследование продолжили и выяснили, что Соминов действительно был за рулем «Лексуса». Которая пострадавшая. Она мне духовное чадо, поэтому вот так случилось, понимаете? У всех так случается, бывает. Жизнь, она ведь как. Почему не уехал? Так получилось. В соответствии с Конституцией, именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание государственной деятельности. Что вы его слушаете? Он нарушил все права и свободы человека. Фактически, именно эти свободы, в самом деле, не надо никуда убирать. Это твоя работа. В стране цензура, выборов нет, а он конституция. Странно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на выражение собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно уважать. Как вы можете думать о том, чтобы наказывать чиновника? Вы этим подрываете основы государственности. В нашей стране. Не дай Боже, мы... В головах у людей родится мысль о справедливом государстве, где чиновники будут нести ответственность. Вы понимаете, на что вы замахиваетесь? Так же дойдет до того, чтобы президента к ответственности признать. Или депутатов.